Всем привет, дорогие друзья! Многие из вас просили, чтобы я рассказал о Кашкае. Вы знаете, что я покупал в 2007 году новый Кашкай в автосалоне, ну и, соответственно, через 7 лет я его продал. Там почти 7 лет, в общем, прошло, и я его благополучно продал. Проездил я, в общем-то, на нем неплохо, до пробега 96 тысяч километров, после того, как у него начался якобы жор масла. Ну, когда я его продавал, приехал перекуп, и у меня его выкупил. Ну, давайте по порядку, я расскажу, с чем я столкнулся, с какими трудностями, с какими сложностями, и вообще, с какими проблемами этого автомобиля. И, кстати, сейчас еще есть автомобиль похожий, только 2012 года, его эксплуатирует моя кума. И, в общем-то, мне есть что вам рассказать как о своем Кашкае, так и о ее Кашкае. Какие проблемы и какие сложности. Кстати, она пробежала совсем немного. Скажем так, около 40 тысяч всего. То есть Кашкай ее практически новый. Итак, друзья, самое первое, это больное место у Кашкая, конечно же, сайлентблоки подрамника. Многие на них не обращают внимания. Многие ездят вот так, как есть. То есть они просели, эти сайлентблоки, и вибрация передается на кузов. Есть такие наездники, которые на это внимание не обращают и так и катаются до последнего. Друзья мои, конечно же, сайлентблоки подрамника проседают, и, соответственно, их необходимо менять. Менять их необходимо, конечно же, желательно на оригинал и, конечно же, по гарантии, потому что они обычно накрываются в первые годы, то есть первые годы эксплуатации автомобиля. Пока гарантия 3 года, и вы сами прекрасно понимаете, что за 3 года по гарантии должны заменить их бесплатно. Но, друзья мои, сильно не радуйтесь, потому что через некоторое время они опять у вас просядут, и их опять придется менять. Второе из больных мест, это, конечно же, слабые наконечники рулевых тяг. Многие жаловались на шаровые опоры. Я, кстати, с этим не сталкивался, но я читал, что у многих проблема в шаровых опорах была, а также в сайлентблоках. В сайлентблоках именно рычагов. А там отдельно сайлентблоки, насколько я знаю, не меняются, только с рычагом меняются. Может, сейчас что-то уже изменили, но тогда было так. Нужно было менять вместе с рычагом. И представляете, если это не гарантийный случай, то в какую копеечку это выйдет владельцу. Это слабые места, конечно же. Следующее, друзья мои, это тормозные диски. Тормозные диски стираются очень сильно. По крайней мере, на моем это была проблема. Скажем так, к 96 тысячам километров они уже были стерты очень-очень сильно. И работники сервиса меня предупредили, что диски мне тормозные необходимо менять, так как они предельно изношены. Относительно двигателя я вам скажу точно, что проблем с ним не было никаких. А вот коробка, шестиступенчатая механика, она меня, конечно, изводила. Изводила своим фоном. То есть не то, что когда под нагрузкой идешь, а когда идешь накатом, допустим, разогнался до 80-90 км в час, ставишь на нейтральную передачу или просто газ отпускаешь и слышен фон. Обычно даже на нейтралке был слышен фон. Фон как гул такой, легкий гул. Коробку мне разбирали 3 раза на станции. Да, представьте, разбирали, меняли подшипники в ней, масло разное заливали, разной вязкости, но победить этот фон не смогли. Они думали, что это специфическая особенность этого автомобиля, но когда мы сели вместе с работником сервиса и проехались на другом, точно таком же автомобиле, который стоял в автосалоне, было понятно, что там этого фона нет, а был именно на моем автомобиле. Упустим этот момент, допустим, что это какая-то вдруг особенность, может что-то, ну не буду я в это сильно вдаваться, так как на надежности автомобиля это особо не отражалось. Ну, было да было. Следующее, друзья мои, слабое место, это крепление двигателя, нижняя подушка крепления двигателя. Да, там она состоит из 2 сайлентблоков, один большой, другой маленький, и, соответственно, со временем, а время пролетает для нее очень быстро, накрывается это крепление двигателя. То есть сайлентблок просто стирается, разрывается и стирается. И начинает при старте автомобиля с места, допустим, вы трогаете с места, вы чувствуете повышенную вибрацию на кузов. Это как раз говорит о том, что эта подушка у вас накрылась, ее пора менять. Вы поменяете ее на оригинальную, и будет то же самое, пока не поставите себе эту подушку с Рено. Да, друзья, не удивляйтесь, на Рено установлена такая точно подушка, и она гораздо надежнее. То есть вот этот рычаг, я его называю рычаг с 2 сайлентблоками, он снимается, ставится с Рено, точно такой же, только у него номер будет совсем другой, то есть порт номер другой.
вы устанавливаете этот рычаг крепления двигателя и забываете об этой проблеме. Кстати, это мне на одном форуме профильном подсказали, потому что я не знал, что с этим рычагом делать. Следующее, друзья мои, это очень слабый кожаный руль. Кожаный руль у меня облез, и мне его заменили благополучно по гарантии. Ну, хорошо, что была гарантия, что я от нее не отказался. Слабый хром на дверных ручках, он местами имеет заусенцы. И эти заусенцы могут даже порезать руки в некоторых случаях. Я скажу, что это индивидуальный случай, наверное. Скорее всего, это было только у меня. Но у меня на дверной ручке облез хром, и мне пришлось ручку поменять по гарантии. Стерлась также краска с рычага переключения скоростей, вот с этого набулдыжника, который вы наверняка знаете, но это мелочи. Я считаю, что мелочи. Это мне не меняли по гарантии. Швы на сиденьях порасходились, было дело. Мне зашивали по гарантии. Потом, после этого, со временем протерлось сиденье, ткань вот эта Текна, она слабая, она очень сильно протирается, особенно если вы ездите в джинсах, и если у вас какие-то есть заклепки на них, то это все, это будет разорванная прямо дырка будет. Именно в боку водительской спинки. Это самое место, которое очень сильно подвержено износу. Но это из мелочей, так сказать. Все это по гарантии устраняется. Амортизаторы. Амортизаторы Кашкая — это вообще очень слабое место. Задние амортизаторы, передние амортизаторы, они долго не ходят. Больше 30 тысяч они не выхаживают. По крайней мере, по нашим дорогам они больше не ходят. Кстати, у моей кумы такая же ерунда. На 40 тысячах заменили все амортизаторы, потому что амортизаторы потекли. Сейчас многие мне начнут доказывать, что нет, а я по 200 тысяч прошел. Я не знаю, где вы, друзья, ездите, что за машины у вас, или вы вообще не смотрите за ними. Вы, наверное, туда и не заглядывали ни разу, и не знаете, текут у вас амортизаторы или нет. Но я определяю так: если амортизатор потекший, значит, его необходимо менять. И я заставлял менять на станции, и мне благополучно это делали, то есть меняли на станции мои амортизаторы, и меняли их мне раза три, по-моему, если я не ошибаюсь, три раза по кругу меняли, так как они отказывались парами менять. Но после того, как я приезжал с одним амортизатором, через некоторое время у меня начинал течь другой амортизатор, и они мне все-таки меняли парами. Амортизаторы — это больная тема Кашкая. Вот такая вот слабая машинка оказалась. Это, друзья мои, я говорю о Кашкае 2007 года. По кузову вообще как бы проблем никаких не было. Нигде никакая ржавчина не появилась, кроме одного места. Сзади, когда открываешь багажник, там был стык, сварной стык металла. И вот в одном месте там была ржавчина. Ржавчина как бы вздулась, краска. Ну, самой ржавчины не видно было, но краска вздулась, и это уже как бы неприятно было. И, кстати, когда Перекуп приехал покупать мой автомобиль, он обратил внимание сразу на этот участок. И сразу мне сказал, а что это такое ржавчина? То есть я так понял, что он владел вопросом и, скорее всего, знал даже, где искать. По днищу проблем никаких не было. Нигде даже намека на ржавчину не было. Мой автомобиль ни разу не бился, никаких повреждений не было. То есть я его продавал вот так вот даже, ну, в родной краске все, потому что я даже бампера на нем не красил. Все было отлично. По электронике, кроме того, что у меня заклинило реле вентилятора охлаждения, больше никаких проблем не возникало. А, еще один момент был, это подушки. Вот эта улитка, которая в руле находится, да, улитка подушек безопасности, она у меня накрылась. Ну, это такая вещь, которая может накрыться на любом автомобиле. И вот после того, как она накрылась, мне ее заменили по гарантии. И что вы думаете, друзья? К 96 тысячам она у меня опять накрылась. Кстати, Перекуп у меня забрал также с горящей лампочкой подушек. То есть эта штука у меня уже не работала. Каким образом я определил, что это дело в шлейфе именно в этом? Это очень просто. Я стирал ELM-327 вот этим вот приборчиком ошибку, потом после движения руля вправо-влево ошибка опять загоралась. То есть это указывало на именно вот эту штуку, на эту улитку или шлейф, как вы там назовете, как хотите. Вот, друзья, это основные проблемы этого автомобиля. Конечно же, там нет топливного фильтра, и нужно контролировать качество топлива, которое вы в него заливать будете. Если вы зальете с канистры, вам попадет какая-нибудь грязь, то вы станете в дороге. Поверьте мне, снимать лючок бензобака не очень приятная штука для того, чтобы добраться до сетки в баке, чтобы ее тщательно помыть. Ну, я с этим столкнулся, так как мне заливали бензин через лейку без сетки, и, соответственно, так вот, ну, в общем, получилось так, что потом я далеко не смог уехать. Пришлось снимать бензонасос, мыть эту сетку и, соответственно, собирать все на место. Ну, и после этого автомобиль нормально стал ездить. Как бы других проблем с ним не возникало. Вот, друзья, я вам рассказал основные проблемы этого автомобиля и стоит ли его покупать вам или не стоит. Но, друзья мои, если вы покупаете бэушный автомобиль Nissan Qashqai, то будьте уверены, что ходовую придется перетрусить практически всю. Кстати, многие жаловались на
ступичные подшипники на этих автомобилях. Но у меня с ними проблем не было. Так что, друзья мои, если вы собираетесь купить себе Nissan Qashqai, скажем так, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 годов, дальше я не знаю, то обязательно особое внимание уделяйте именно ходовой части этого автомобиля. А так, в общем-то, я думаю, что вы этим автомобилем, возможно, останетесь довольны. Надеюсь, друзья, я достаточно понятно вам все рассказал. Если это так, обязательно ставим палец вверх, подписываемся на канал и не забываем нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Будьте здоровы, друзья! Задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!